Привет, народ! С вами Финаргот. Как вы знаете, сейчас мега популярной стала игра Apex Legends. Я сам в нее играю очень много времени, да и большинство моих знакомых на нее пересело. Но я не перестану смеяться с тех комментариях, в которых говорят, что мне и другим ютуберам и стримерам проплатили, потому что EA вообще не заказывают рекламу у стримеров в СНГ, тем более у дотеров. Просто-напросто игра совместила в себе лучшие стороны многих бэтл-роялей и вышла очень эффектно, без рекламной кампании и сорвала куш. Но в преимуществах игры кроются и ее минусы. Как вы знаете, одним из огромных плюсов игры является ее оптимизация, за счет которой я, к примеру, могу ее стримить в высоком качестве, а процессор нагружается не более чем на 40%. В то время как стрим PUBG при таких же параметрах нагружает процессор аж до 90%. Вся благодарность движку Source, на котором созданы такие игры, как Half-Life, Portal, Dota и, конечно же, CSGO. Вот именно последняя и принесла существенный минус в данную игру. Это читы. Не успела игра выйти, как тут же появились читы, которые практически идентичны тем, что есть в CSGO. Они дают своеобразный wallhack, aim, ну и пока по сути все. Единственное, пока что хорошо, что читы не дешевые. Они есть нескольких уровней, и самый дешевый стоит $60 в месяц, а уровнем выше $135 в месяц. Думаю, такое позволит себе не каждый желающий, с условием, что игра free-to-play. В том же CSGO читы стоят в районе 200 рублей на неделю. Но именно то, что игра free-to-play, должно привести к тому, что разработчики должны сделать нормальный античит. В CSGO-то Valve выгодно, чтобы люди читерили. Они будут вновь покупать новую игру. Да, сейчас CS бесплатная, но люди также могут покупать себе премиум. Зная тот же Faceit, на движке Source можно устроить нормальную борьбу с читами. Так что поживем и увидим. К примеру, в данном видосе, который выложили читеры, вы можете идеально видеть, какой кривой человек, который их использует. Надеюсь, вы никогда не будете себе покупать такую ересь. А что думаете вы? Пишите в комментариях, ставьте лайки, ну и не забывайте заходить на мои стримы. Пока-пока.